Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов проинспектировал ход реконструкции улицы Чистяковой в микрорайоне «Новая Трехгорка». Сегодня на объекте ведется устройство земляного полотна, ливневой канализации и основания дорожного покрытия. Рабочие продолжают перекладывать инженерные коммуникации. Работы ведутся в соответствии с графиком. Строительные работы, связанные с реконструкцией улицы Чистяковой, полностью должны завершиться в 2022 году. Благоустройство прилегающей территории в 2023.